Туристическая стоянка на Аталовых чашах. Мест очень много. Костровищ. Дров напилено очень много. То есть, если с собой есть топор, то в дровах не будет никакого недостатка. Вот такая вот оборудованная стоянка. Даже есть туалет. Стационарный. Здесь вот ребята поставили свою палатку вообще под навес. Но народу сегодня немного. Уже осень. Ну и кругом дрова. То есть люди приходят с бензопилами, пилят, складывают в поленницы. Но, видимо, еще и лесничество здесь окультуривает и облагораживает эту территорию. Вот такая вот лестница вниз. Вот еще кто-то идет по тропинке. То есть в выходные здесь народу достаточно много. Вот эту чашу люди назвали крокодил. Вот такие вот природные травертиновые образования. Где-то проложены тротуары. Ну, вообще, конечно, лучше сюда одевать сапоги. Место, конечно, интересное. Как туристический маршрут, очень и очень привлекательное. Здравствуйте! Там выше стояночка, там горит костер, там можно попить чаю. Там стоят ребята, 4 туриста. Спасибо. Вот это вот одна из главных чаш. Этот веник. Мы пытались эту чашу почистить. Вот это природный лингам. Слышали такое слово лингам? Нет. Ну интересно, наберите в поисковике, если может быть. Знаете, вот туристы идут. Это все ваши, да? Нет. Физкульт, привет. Ну, больше, наверное, туристический привет. Ну да. Ну, о, еще человек с бензопилой. Будет еще одна поленница, да? Да. Вы студенты? Да. Откуда? Вам не скажем, а вы кто? Это секретная информация. А вы преподаватель, да? Да, вы кто? А я просто-напросто блогер. А мне сначала нужно было представиться, а потом уже допрашивать, нет? Обычно так это делают, почему и блогеры, и все остальные. Итак, государственный памятник природы, Таловские известковые чаши. Уникальный природный объект, единственный в Сибири. Чаши сформированы из известкового туфа, травертина, который образовался в результате выпадения в осадок солей кальция. В состав травертина входит бернисит, редкий для России минерал, время образования более 10 тысяч лет назад. Вода в чашах содержит известковые соли и углекислый газ. Берегите окружающую природу. Кстати, травертинное образование как раз не только здесь, но еще и на Звездном ключе у Батурина.
от главной чаши ручеек уходит вниз. Внизу идет еще одна чаша. Вот она достаточно глубокая здесь. Вот скребок, которым чистят добрые люди, чистят эти чаши. И вот еще чаша. Ну вот, вот еще один скребок. Ну вот здесь, конечно, бы, наверное, вот эти деревья бы подрезать, чтобы освободить доступ к чаше. И везде поленницы, поленницы и поленницы. Люди приходят, пилят дрова, складывают их поленницы. Ну вот кто-то посадил елочки в этом году. Здесь будет елочная аллея. Мест для стоянки, кстати, здесь много оборудованных. Это вот наверх, где под навесами я снимал. А группа студентов ушла вниз. Там, видимо, еще одна из стоянок.